Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в школе номер 293 имени Александра Трифоновича Твардовского. Сегодня у нас проходят третьи традиционные твардовские чтения. Объявляю чтения открытыми. Начинаем наше чтение с возложения цветов к бюсту Александра Трифоновича Твардовского. Право возложить цветы предоставляется директору музея Твардовского Анохиной Анастасии и члену музея Твардовского Захарову Ильдару.